Во Владивостоке нужно создать такие условия, при которых ливневые дожди не приводят к коллапсу. Такое заявление сделал губернатор Олег Кожемяка, осмотрев участки дорог в центре дальневосточной столицы после дождей. Он подчеркнул, что городская администрация и коммунальные службы должны успеть за 2 месяца устранить последствия ливней и выполнить все работы по ремонту дорог и благоустройству территорий на текущий год. Администрации и коммунальным службам Владивостока поставлена задача до начала ноября завершить все мероприятия. Также подчеркивается, что ливни позволили сделать выводы о состоянии ливневой канализации в городе, о необходимости увеличения диаметра водопропускных труб и устройства водоотводных каналов.